Bing, 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 bing. Uai. Respirar até o céu. Ой, ну покажи, какой ты красивый. Что, уже не снимаешься? Снимаешься. Красивый котик у нас. Красивый. Да, я красивый. Такая красивая шатучечка. Сидит и смотрит это, по сторонам, камера такой. Я тебя поздравляю. Ай, ты бой. Ай, ты мой хороший. Смотри, смотри, Лёша. Лёлик. Чё? Лёлик. Ну, Лёлик. Лёлик. Ты меня слышишь, Кейцик? Кейцик? Ну, хорошо, не хорошо, не касается. Ай, жопа. Сразу. Ну все, все, успокойся. От когти выпускаешь. Ну все, хороший, хороший. Не кидайся только, пожалуйста. Такой помятый. Что ты, Лёлик, в позе русалки? И красивый такой, сидит, нарядный, хвостиком машет. Лёлечка, можно вас погладить? Ну, пожалуйста, ну, чуть-чуть, ну, дайте вас погладить. Ну, пожалуйста. Лёлечка, хорош. Я чуть-чуть тут лапку поглажу. А, ну дайте ж вас погладить. Лёль. На лапку спёрся. Капец. Что, нельзя гладить, ну? На ножку. А пузик. А лапку. Дай за сисью потрогать. Лёлик, дай сисью. Туда же ж тебе типа... Ой, хороший котик. Вообще, котик хороший. Хороший. Ну, не кусайся же ты. Я чуть-чуть поглажу и все. Что ты это? Такой вредный.
Ну, надо за щечку подержаться. Такое вредное животное. Хороший. Боже мой. Такие хорошие. Такие любимые. Лёлик. Ты же знаешь, это Лёлик? Кицик. Да, вот, вот так. Да. Ой, боже. Ой. Массаж головы. Красивый. Красивый. Лёлик, ты красивый. Ты что ж такое? Ну ты зверь, конечно. Ничего, что я снимаю видео. Ты такая рыгать. Не, ну так а можно предупреждать вообще? А не ждать. Ну ты знал, что ты там рыгать. Ты сидел и ждал этого специально. Лёша, я продолжаю. Чтобы это заснять. Я вообще-то продолжаю снимать. Я знаю. Да, это так и выложу. Обязательно. Обязательно. Лёлик, ты такой красивый. Ой. Ой. Лёлик, попозируй. Это ж такие гарные. Лёлик. Какие глазки у тебя золотые. 2 карата золота. Тогда тебе же погладить зверь. Смотри. Ну как, вот как можно этого зверя гладить? Какие дикие, дикие животные, дикие. Лёлик. Ай, красота. Ай, красота. Можно вас? Боже мой. Марина, похоже, спокойно нам с вами уехать отсюда не получится. Поступил сигнал, что в этом автобусе находится террорист, в рюкзаке у которого бомба. Попробуйте среди мирных граждан найти террориста и обезвредить бомбу. Если вы этого не сделаете, через 10 минут произойдет взрыв. Да, ровно через 10. Я попробую сейчас посмотреть будущее. А почему будущее? Если взорвется бомба, посмотреть, у кого бомба. Хороший. Хороший мальчик. Хороший.